Хочется поздравить всех болельщиков с победой. Долгожданные не могли победить. Там говорил уже раньше серия, он сказал, это была проигрышная. Хотелось порадовать болельщиков в первую очередь. Я думаю, они скучали по победам, по игре нашей. Вот. Ну, мы стараемся, выкладываемся на тренировках как можем, то есть на 100%. И, видимо, удача теперь на нашей стороне. После неудачной серии, насколько было сложно психологически собраться на эту игру? Ну, нас тренерский штаб подбадривал. То есть, да, было тяжело психологически, конечно, это сидело в голове, но в тренировочном процессе это как-то не замечалось, все делали свое дело, старались, и вот сегодня показали все, что мы можем. Сегодня у тебя первый гол в чемпионате за Гомель, и ты когда праздновал с болельщиками, вот твои эмоции можешь писать? Честно, очень долго ждал этого, все как-то не получалось, уже полгода не мог забить, даже больше. Хотелось прервать свою тоже серию, рад, что забил в таком матче и победили. Вот, когда забиваю, как-то тоже, можно сказать, в голове какой-то беспорядок, и хотелось выплеснуть все эти эмоции, соскучился по этому. Вот, буду стараться забивать почаще и радовать болельщиков. Витебск, несмотря на позицию в турнирной таблице, последний матч с Батет довольно достойно сыграли, ничью. А как оценишь вот уровень соперников и удивили ли чем-то? Сейчас такой чемпионат, что будь то Батэ, Гомель или там условно какой-нибудь там Днепр, ко всем готовятся, так же и мы. То есть слабых соперников в этом году нет.